Раді, що ви прийшли, і раді бачити наших гостей всіх, хто прийшов в Дім молитви. Сьогодні, як ми вже вранці оголошували, є брат Михаїл Савін, місіонер, який працює на території бувшого Радянського Союзу в різних місцях. І я думаю, що він пізніше поділиться переживаннями, своїми свідченнями і те, що Господь поклав на його серце. А також ми сьогодні святкуємо, розпочинаємо святкувати День Батька. І наші діти приготували програму, тому, дорогі тати, дідусі, налаштуйте свої серця, щоб дійсно послухати те, що дітки приготували, і помоліться за них, підтримайте. А зараз ми помолимося, попросимо Господньої присутності на цьому місці, щоб він поблагословив наше тут предстояння перед ним, і все служіння віддамо в його батьківські руки. Отче Небесний, перед величчю Твого невидимого лиця, схиляємося цей вечірній час недільного дня і дякуємо Тобі ще раз за те, що Ти є наш Бог, за те, що Ти є наш Небесний Батько. І ми довіряємо в Твої руки святі, наші руки. І ми, Господи, покладаємо свою надію лише на Тебе, тому що Ти є наш Бог, і ми вклоняємося Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти полюбив нас любов'ю віковічною, простягнув милість Твою над нами. І дійсно, як добрий батько, Ти піклуєшся про наш духовний стан і фізичний наш стан, Господи. І навіть коли ми переживаємо труднощі в житті своєму, то ми віримо, що все це по Твоїй волі, тому що Ти хочеш, щоб ми ставали кращими, щоб ми були подібними до образу Сина Твого, улюбленого Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Ми сьогодні особливо дякуємо Тобі за Твою отцівську любов. Ми дякуємо Тобі за наших батьків, яких Ти нам дарував в нашому житті, і через них Ти дарував нам кожному життя. Господи, дякуємо Тобі за фізичне життя, особливо за життя духовне, яке ми маємо в Христі Ісусі. Ми молимося за наші сім'ї, за наших дітей, за тих, хто ще не відроджений від води і духа. Господь, дорогий, ми благаємо Тебе, щоб благодать Твоя, вона торкалася сердець людей, щоб, Господи, в цей час останній перед приходом Твоїм, Дух Твій Святий, він торкався сердець людей і міняв, і відроджував до нового життя. Ми молимося за цих дітей, які будуть приймати участь в служінні вечірньому, Господь. Ти знаєш їхні бажання разом прославити ім'я Твоє і подякувати Тобі за наших земних батьків. Поблагослови це служіння, поблагослови кожного, хто прийшов в Дім молитви. Поблагослови всіх на цьому місці, щоб наші спів, наші молитви і все, Господи, що буде лунати на цьому місці, було приємною жертвою хвали. А я особливо благаю Тебе за слово, яке буде линути через уста братів. Ти їх поблагослови, надихни силою Духа Святого. Все це ми молим і просим в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. І Тобі лише одному вклоняємося, і Твоє ім'я вихваляємо, бо Ти достойний слави, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Ми співаємо загальну пісню номер 62. О Господи, будь з нами, всіх нас охороняй. І сестри, як я вже сказав, наші дітки, вони готові представити свою програму. Я запрошую, щоб ми всі були уважними, щоб ми всі молитовно підтримували їх.
І якщо буде в них щось не получатися, то сприймайте це як наших дітей, що дійсно кожен із нас переживає за всіх них, і ми предстоїмо перед Господнім лицем, щоб ім'я нашого Небесного Отця було звеличено і прославлено. Амінь. Будь ласка, ваш час. Ти знаєш, чому в мене тато такий, на що не боїться, веселий, простий, він вірний і добрий, і ніщо не боїться, веселий, простий, він сильний і добрий, вірний завжди, сім'ю захищає від гори біди, бо тато... Причин є багато, та вірна одна, бо тато всі приклади брав від Творця. І він з усіх сил любить нашу сім'ю, бо так полюбив Ісус церкву свою. Амінь. Всегда я одно запомню, ты всегда будешь рядом со мною. Я люблю тебя, папа, помни. Поцелуй колючие щеки, глади буду родные руки. Обниму и тебя так сильно, пусть не будет у нас разлуки. Папа мой, ничто в этом мире это не сможет, и любишь меня, и я верю, что во всем тебе Бог поможет. Папа мой, никто в этом мире отнять это не сможет. Ты любишь меня, и я верю, что во всем тебе Бог поможет. Ты меня ждал. Папа мой, никто в этом мире отнять это не сможет.
Дорогі наші татусі, ми вітаємо вас в цей час. Щиро молимо Ісуса, щоб благословив Він вас. Хочемо побажати, щоб Господь вам сили дав, і здоров'я теж багато, щоб житті вам посилав, щоб могли ви більш трудитись на Господній ниві плідно, щоб у вас могли ми вчитись і стали вам на зміну гідні. Ще вам хочемо побажати, ще вам хочемо побажати, щоб про нас ви завжди дбали, вчили вірі нас ростати, щоб ми зріст духовний мали. Слово Божому навчали нас, своїх синів і дочок, щоб слухляні ми зростали і до добра були охочі. Ще раз радо вас вітаємо, бо ми всі вас дуже любимо і сьогодні обіцяємо, що слухляні завжди будемо. Амінь. Я вдячний Господу за те, що в мене тато і мама є, що християнська в нас сім'я і слава Христа щодня. Для нас Ісус найкращий друг, усе з Його приймаємо рук, читає тато кожен день нам слово Господа святе. Завжди молитися настіть, на поміч кожному спісить, і з мамою співаємо ми на славу Господа псалми.
Щаслива і дружна в нас сім'я. Любов Христа, царя серця. Благословення Бог своє у кожній справі нам дає. Скорботах, радості, труді ми славимо Христа завжди. Бог посилає. Хочу, хлопчик, ще малий, хочу вам сказати, буду як мій тато з Богу довго жати. Це вітати я навчуся Біблію читати, і ще маки Ісуса прикажав брати. Амінь. Хотим поздравить папу с его праздником большим. Радость, счастье и здоровье пожелать ему хотим. Ты мой папа, самый лучший, самый лучший. Скоро вырасту послушный, буду помогать тебе, помогать. Когда вырасту большим я, не хочу таким, как папа, прославлять Иисуса имя. Смело радостно, без страх. Ты мой папа, самый лучший, самый верный друг беде. Скоро вырасту послушный, буду помогать тебе, помогать во всем тебе. Аминь. Слухаю, що сина кохає, бо він мені завжди на поміч прийде.
І що я у нього коли запитаю, він відповідь мудро для мене знайде. Я дякую, тату, для нас ти працюєш. Хай Бог тобі завжди здоров'я дає. Мене і сестричку, і маму ти любиш. За все хай Господь тобі сам воздає. Амінь. Хто навчить любити свято, батьківщину берегти? Незвичайно любить тата, скаже кожен я і ти. Хто мене щодня голубить, зігріває, як вогонь? Незвичайно любить тата, тепла усмішка його. Хто відкриє світ казковий, таїну його глибин? Незвичайно тато знову, з ним не горі, не журби. Не журби. Хто навчить любити працю, Боже, славити ім'я, зустрічати сонце вранці ніжним співом солов'я? Тато, тато, ніжно тато, ляже думка на чоло, чи було б сьогодні свято, якби тата не було? Амінь. Всегда наставник, и плечо ты всегда подставишь. Любишь ты меня больше жизни, хочешь ты для меня добра. Чтобы я хорошо училась, и от Бога не отступилась, и чтоб в жизни моей удачной и счастливой была судьба. Па-па-па-па-па, посидим вдвоем. Па-па-па-па-па, песенку споем. Мы с тобою, папка, добрые друзья. Время пролетит, и повзрослею. Ты глядишь на меня глазами, что-то шепчешь улыбкой маме, и в ее помолитве к Богу понесете не раз меня. Чтобы я хорошо училась, и от Бога не отступилась, и что в жизни моей удачной и счастливой была судьба. Па-па-па-па-па, посидим вдвоем. Па-па-па-па-па, песенку споем. Мы с тобою, папка, добрые друзья. Время пролетит, и повзрослеет. Мама мене доглядає, варить мені борщ і кашку, кормить мене, одягає, як та працьовита пташка. Тато, чи любити Бога, слухатися завжди матусю, маю їсу, хату, одяг, хто споклін тобі, татусю. Тату, тату на свої руки, майстер, горить справа будь-яка.
Усе вміє, усе зробить. Вміла тато Орика. Та найбільше поважаю свого тата я за те, що він завжди поступає, так як вчить Письмо Святе. Амінь. Пісень ми про маму співали, в руках ми у неї весь час. Але ми прекрасно про це пам'ятаємо, без батька б не було б нас. Ти сильний, красивий, я інших не знаю, як посмішка, спокій в сім'ї. Молюся до Бога, Його я благаю, щоб довго ти жив на землі. Таточко, татусю, ти один такий, таточко, татусю, найдорожчий мій, будь мій, татусю, завжди молодий. Амінь.
Із отчого гнізда летять у світ сини і дочки, кличуть їх дороги, і рідному вклоняюсь чись порогу, колишуть у душі дитинства цвіт. Усякій справді є під небом час, так нам говорить мудре Боже слово. Було дитинство, юність світанкова, і воля неба зберігала нас. Скрізь зігрівало мамине тепло, молитви захищали душі крила. Вона любила, розуміла, вчила. Усе, як день вчорашній, це пройшло. І добра мудрість батьківських очей, і мозолясті найрідніші руки, голівки будуть гладити онукам, а ще недавно пестили дітей. Сьогодні ми вклоняємося вам і дякуємо за доброту і ласку, за серця подарованого частку і збудований у душах наших храм. Руки між нами відстань не зітруть і понесе в долонях добрих пам'ять букети почуттів, що не зів'януть, бо ви коріння, що лишаєм тут. Амінь. Амінь. Слава Богу. Дорогі батьки, ми з вами вислухали гарні побажання і звертання наших дітей. І від вашого імені хочу виразити щире дякую, діточки, за те, що ви так гарно розповідали, старались, співали. Ісус Христос свого часу сказав такі слова: «Будьте як діти. Якщо не будете такими, як діти, то не війдете в Царство Небесне». І це стосується всіх нас, дорослих, тому що ми всі були такими дітьми. І ви знаєте, що були люди, які вкладували в нас. Я хотів би сказати одну важливу річ сьогодні. Ми приїхали в країну, в якій є дуже багато можливостей для того, щоб здобути матеріальні блага. І ви знаєте, що багато людей, на жаль, почали бігти за тою пташкою щастя. І її намагаються піймати. Але найкращий інвестмент, який ми можемо з вами мати, це є наші діти. Дідусі, бабусі, наші онуки – яких ми можемо вкладувати, тому що вони є короткий час з нами. І, як ви зауважили, була пісня, Дженніфер співала про те, що «Тато, побудь зі мною, поки я ще не виросла». Наші діти, вони дуже швидко виростають. Батьки, ми вкладуємо свій час, свої старання, свої кошти для того, щоб забезпечити матеріально наші сім'ї, і це нормально. Але важливіше всього, за що нас спитає Господь? Пам'ятаєте, така колись була пісня: «Ти сидиш в Господнім домі, веселишся у Христі, діти ж твої у Содомі, чи байдуже це тобі?» Це питання нехай прозвучить сьогодні до кожного з нас, батьків, щоб ми ще раз задумались, особливо ті діти, які ще підростають, маленькі, в кого вже виросли, можливо, я думаю, що хтось з батьків згадає з біллю втрачений десь час і подумає, якби повернути час, але життя дається один раз. І наші діти даються нам один раз в нашій сім'ї. Я пригадую один приклад, розказував чоловік, взагалі невіруючий, який приїхав сюди і розповідав свою таку історію життя. Він каже: «Я тут проживав, мої друзі в Лос-Анджелесі, і вони мене кликали, приїжджай в Лос-Анджелес, будемо робити бізнес, будемо заробляти серйозні гроші». А він каже: «Ні, я хочу, щоб мої діти навчилися, щоб вони вивчились». І ось пройшло 10 років часу, і сталася ситуація, коли ті люди з Лос-Анджелеса, які заробляли мільйони доларів, роблячи бізнес, вони приїхали сюди і викупляли, і платили ті гроші, які заробили для того, щоб викупити своїх синів з тюрми. І цей чоловік зробив висновок для себе, невіруючий абсолютно, каже: «Подивися, тепер хто виграв? Я чи вони? Вони втратили і дітей, і гроші. Я, можливо, втратив гроші, але я маю своїх дітей разом з собою». Давайте ми, подумавши про це, візьмемо для себе урок – і, вставши разом, заспіваємо пісню номер 292. «Бажаю я, щоб весь мій дім тобі, о Господи, служив».
сідайте, брати і сестри, і зараз час для наших гостей. Я там бачу, ще брат один прийшов, Саша, наш добрий знайомий, який грає на такому цікавому інструменті «Ная». Я так розумію, що він теж буде приймати участь. Правильно, Саша? Він розуміє українську вже. З українцями має справу, так що навчився. Хоча й молдаван. Церковь, присоединяясь к этому чудесному празднику, я хочу обратиться к отцам. Отцы и дети, круг наш неделим. Отцы и дети, круг наш неогляден. Ведь поле жизни не на час, не на день, а на века засеять мы хотим. Межи между нами, не... года между нами, ни межи, ни рвы, ни ваша кровь клокочет в нашей доле. И с вами мы не заодно ли, отцы и дети, дети и отцы. И как бы мне хотелось сегодня обратиться к вам, главам семейства, почтенным уже, кому-то уже убеленным, чтобы вы сделали правильный выбор и сделали такое заявление, как когда-то сделал Божий муж, и не ошибся. Он сказал: «А я и дом мой», а дальше продолжите, «будем служить Господу». А сейчас мы поклонимся, конечно же, Господу. Писание говорит: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. О мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров, Тебе хочу я все мышления, Тебе всех песен благодать, и думы дня, и ночи бденья, и сердце каждого биенья, и душу всю мою отдать. Не отверзайтесь для другого отныне вещие уста, греми лишь именем Христа мое восторженное слово». Я приглашаю сюда Алекса, и он сыграет первое произведение, всем очень знакомое христианам. «Иисуса имя сладко мне». Помним, с этого мы начнем наше поклонение.
Возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не дремлет и не спит хранящий Израиля Господь, хранитель твой. Господь, сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь будет охранять выхождения твои и вхождения отныне и вовек. Церковь, аминь. И я хочу призвать эти благословения в последующей песне «Возвожу мои очи горам». Возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь. Помощь моя от Господа, Господа Бога сил. Падут подле меня тысячи и десятки тысяч, но ко мне не приблизится роковое зло. Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами своими. Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами своими. Ты укажешь мне жизни путь, слово мое пред тобою. Спокойно ложусь, спокойно встаю, царствует Бог над землею. Господня земля и вселенная, и все, что наполняет ее. Слово твое сокровенное манной к нам зашло. Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами своими. Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами своими. Блажен человек, кто на Господа надежды возлагает свои, не обращается гордым и не живет во лжи. И будет всегда, как дерево, растущее у воды. Благословенный Господа, Он принесет плоды. Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами своими. Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами своими. Слава Богу, аллилуйя. И сейчас я опять приглашаю Сашу, и он продолжит замечательным христианским гимном, всем вам известным. Хочет всех людей Господь благословить. Это желание самого Бога. Thank you.
Вы знаете, церковь, у меня сегодня было очень приятно слышать такую красивую украинскую речь. Давно уже не говорил по-украински, без практики, наверное, не очень получится, но тем не менее спеть смогу без акцента. Жил на Украине, я думаю, что еще в памяти хранится украинская речь. И я хочу спеть одну песню из последнего альбома Давидюков на украинском языке. Вона мені дуже подобається. Называется «О якато радість буде, як Христос прийде». И мы все живем с вами ожиданием. Я хочу благословить вас текстом Священного Писания. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте». Так говорит Господь Иисус. «В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, то я сказал бы вам, я иду приготовить место кому? И когда пойду и приготовлю, приду опять». И возьму вас к себе, чтобы вы были там, где и я. Поднимите честно руку, кто хочет на небо. Пастор, все хотят, и дети хотят. Так ото ж пісня «О якато радість буде». Радість буде, як Христос прийде, вірних всіх спасених людей царство забере. Всі підхоплені, спасені у небесною блакить, з Богом і Христом щоденно будуть вічно жити. Лине пісня скрізь усюди, радість серці через край, Бог дає спасіння людям, ще й небесний рай. Лине пісня скрізь усюди, радість серці через край, Бог дає спасіння людям, ще й небесний рай. У Христі окріпла віра і здійснилась благодать, забриніла серця віра і настав спокій. Нумо, сестри, нумо, браття, не марнуйте цілий час, з молодечністю й завзяттям заспіваймо раз. Лине пісня скрізь усюди, радість серці через край, Бог дає спасіння людям, ще й небесний рай. Лине пісня скрізь усюди, радість серці через край, Бог дає спасіння людям, ще й небесний рай. Кажу, повірю, що Господь прийде, за такую славну віру йому слава й честь. А сьогодні, де лиш гляну, скрізь веселі люди всі, і радіють християни, тішаться усі. Лине пісня скрізь усюди, радість серці через край, Бог дає спасіння людям, ще й небесний рай. Пісня скрізь усюди, радість серці через край, Бог дає спасіння людям, ще й небесний рай. Лине пісня скрізь усюди, радість серці через край, Бог дає спасіння людям, ще й небесний рай. Бог дає спасіння людям, ще й небесний рай. Бог дає спасіння людям, ще й небесний рай. Один атеист насмешку у верующего спросил: «Скажите, что такое небо и как туда попасть?» На что тот учтиво ответил: «Небо – место для приготовленных людей. И если вы не приготовлены, вы туда никогда не войдете». К сожалению, заключительные слова вечной книги заканчиваются словами: «И ничто нечистое, предано мерзости и лжи». А дальше помните? Поэтому мы на земле, друзья своими, но, друзья мои, мы на земле, но в фокусе вечности мы должны всегда видеть Иисуса, встречающего нас. И поэтому мы должны очищать себя, очищать. И я хочу предложить, давайте все вместе споем
чтобы наша христианская жизнь, не слова, не наши теории, а наша христианская практическая жизнь стала реальным отражением Господа в моей и в твоей жизни. Кто знает песню «Чудное озеро Генисарецкое»? Все, да? Если можно, на скрин покажите, найдите слова. И мы будем вместе петь эту песню перед проповедью для того, чтобы настроить наши сердца для принятия слова. Пожалуйста. Пожалуйста, батьки, я би хотів попросити, і можливо, хтось з дітей маленьких тут вже вони втомилися, буде брат Михайло говорити. Якщо вони будуть там сидіти, діточки, я попрошу вас, щоб ви гарно сиділи і не бігали. Якщо хтось маленький втомився, підійдіть до мами, до тата і сядьте з ними. Ось зараз буде проповідь, брат Михайло, Савін, ми запрошуємо. Боже, благословіння. Місто, яке я прочитаю, записано в книгі Екклезіаста. Последняя глава, 12, вначале просто несколько слов, первых слов. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей». Помни Создателя твоего.
Вот мудрый человек, в прошлом живущий на Востоке, проводя исследования вот смысла жизни нашей земной короткой, он подводит итог вот этому исследованию и пишет: «Человек, ты помни, кем ты создан и для какой цели тебя создал Бог? Зачем ты живешь на земле? Помни Создателя твоего в дни юности твоей». Помните, однажды Господь взял горсть пыли. Из этой горсти Он нас создал, человека, тело человека, по образу своему. И потом в это тело вдунул дух жизни, мы стали бессмертны. Мы бессмертны. Человек, он, в общем-то, как бы ни старался, не следил за своим домом земным, сколько бы его кремами не умощал, диетами, витаминами, мы не властны над процессом ветшания. Нашу хижину земную с годами гнет и морщит. Что такое жизнь человека, спрашивает Библия? Как отвечает на это Слово Божие? Что такое жизнь человека? С чем сравнивается наша жизнь? Паром. Хозяйка подошла к кастрюле, кипящей с водой, крышку подняла, над кастрюлей поднялось облачко пара, крышкой закрыла, все. Вот это жизнь наша короткая. Я раньше любил повторять чьи-то слова, но это раньше. Жизнь человека, кто-то сказал, это длинная очередь за смертью. Мы все стоим, не знаем, кто за кем. Но когда немножко прожил я понял, что очередь не слишком длинная. Это нам кажется, что еще впереди много времени. Молодежи особенно. Я проводил конференцию молодежную и спросил у молодежи, сколько лет вам нужно, чтобы было достаточно? Сколько лет, вот, сестричка, ты помоложе меня. Сколько тебе надо, чтобы ты сказала, вот, хватит. Вот сколько доживу, хватит. Только времена в раму не вспоминай. А? 40? Да ну стоп, подожди. В наше время столько уже, столько не живут. Да. Я помню, одна девушка вышла, это было на Восточном побережье, она так бодро вышла, ну, пытаясь рассказать, почему она столько лет хочет прожить, и достаточно, она 50. Я посмотрел на нее, а мне как раз в то время 50 исполнилось. И я думаю, Господи, я только размялся, выскочил на беговую дорожку, только размялся, пробежать только хочу еще. Что такое 50 лет? Кому сегодня 50? Что, это много? Нет. Я помню, ребятки одни, знаете, вот, наша жизнь, она, в общем, кто-то сказал, как в магазине самообслуживания. Приходишь в магазин, вот наши супермаркеты, берешь тележечку и едешь, берешь, что хочешь. Никто тебе не скажет, почему ты столько масла набрал или кефира. Сколько хочешь, бери. Да, но надо рассчитаться, когда будешь выходить из магазина. Ребята одни, я беседовал с трое ребят, они жалуются, родители вот, в общем-то, не понимают, они контролируют, дух контроля, в общем, нету понимания, нам не дают жить, как мы хотим. Я говорю, что вы не можете прочитать место из Екклезиаста, написано: «Веселись, юноша, в дни юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих». А нет, дядя Миша, где это записано? Мы сейчас это родителям ну, прочитаем, что же они нас так ущемляют. Да? Помните, да? Но когда прочитали до конца этот стих, они не захотели его записывать. Рассчитываться надо будет. Наберешь много, рассчитаться. Понахватали тикетов, ребята, да? А рассчитываться годами приходит. Приходится. Я в реп-центре был недавно, у вас здесь. Красивые ребята и девчата, а рассчитываться нужно годами. Человек не только не властен над процессом, над смертью, но над процессом ветшания он не властен. Это правда, говорит, что Бог наделил вот естество девочек стремиться к красоте. Правда. Маленькую девочку одели новенькое платьечко, она крутится около зеркала, к маме подходит и говорит: «Мама, а я красивая?»
Это правда. Бабушке 80 лет подарили кофточку, она одела и говорит, что-то она мне старит. Посмейтесь, потом мы это все подведем итог всему этому. Я, может, рассказывал, к пастору подходит сестричка, ну, не молодая уже, и говорит, пастор, что-то мне мысли приходят, я не знаю, это грех или не грех. Он, а какие мысли? Она говорит, ну, я, ну, вот думаю, что я самая красивая в церкви. Он посмотрел на нее и говорит, это не грех, это заблуждение. Это правда, что в естество мальчиков Бог заложил стремление быть сильными? Правда. У меня внук, он маленький еще был тогда, около зеркала стоит, и я смотрю, он меня не видит, а он проверяет. Там кожа да кость, он худенький. А все хочет, чтобы оно... Дедушка, я сильный, конечно, сильный. Но Бог ценит красоту и силу духовную. Смотрите. Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. То есть красота и сила проходит быстро. Красота и сила проходит. Мы даже, может, и не замечаем, что мы уже старыми становимся. Нам кажется, у нас вот внутри, мне когда я был молодой, мне рассказывали, что и смотрю на старичков, они говорят, да мы внутри молодые. Я думаю, какой ты молодой. А сейчас я это говорю, что я внутри-то молодой. Помни Создателя твоего, человек. Бог дает тебе красоту и силу для определенной цели. Зачем ты живешь на земле? Есть такой гимн, мы поем, спешите делать что-нибудь хорошее. Какой смысл жить на земле? Какой смысл живешь? Зачем ты живешь на земле? Не забывай рано или поздно, когда вот придет время тебе, ты подойдешь к последней черте. Вот самое главное, когда ты подойдешь к последней черте, встреча с Богом у тебя будет. Что ты скажешь, что ты принесешь Творцу, о чем ты расскажешь Богу? Для какой цели ты здесь жил на земле? Я помню, наших миссионеров задержали на Колыме. Мы начали лет 18 назад работу на Колыме, а потом Бог дал возможность, калифорнийцев подключили, и, в общем-то, долгие годы, потом Калифорния, я перешел на Камчатку работать, а калифорнийцы работали в Магадане. И вот еще в самом начале, когда мы только начинали работу на Колыме, я помню, ну, группа ваших, вот, Сакраменто молодежи, и задержала милиция, там далеко на Колыме начальник милиции был очень заинтересован, почему в такую глушь приехала христианская молодежь с Америки. Ну, они рассказывали, как могли, зачем они приехали, что хотят проводить лагеря. И он заинтересовался и пригласил их к себе домой. Ну, они, переживая, все-таки дали согласие, пришли на квартиру, где жил этот, ну, в общем-то, милиционер, который отвечал за этот регион, начальник милиции, дверь железная, ну, в общем, позвонили, открыл, зашли к нему домой. И вот в такой простой обстановке он начал рассказывать о том, что однажды приобрел Библию. Полистал ее, полистал, но говорит, ничего не понимаю в Библии. Говорит, расскажите мне, как читать Библию, чтобы понимать. Начальник милиции спрашивает у наших. И тогда один из руководителей этой группы, он открыл вот последнюю главу Екклезиаста, 12 главу, и начал с этой главы вместе с милиционером из группы, которая будет читать эту Библию. Я хотел бы немножечко, у нас есть время, несколько стихов вместе с вами, просто небольшой разбор, как проводил этот человек там, молодой у милиционера, который был очень удивлен, как Библия просто говорит о жизни нашей. Смотрите. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли дни, тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкло солнце, и свет, и луна, и звезды не нашли новые тучи вслед за дождем в тот день, когда задрожат стерегущие дом». И он спрашивает у милиционера, наш брат, говорит, а ты знаешь, о чем речь идет? Знаете ли вы, о чем идет речь? Я хочу спросить, а знаете ли вы, о чем идет речь? Стерегущие дом задрожат. А? Знаете, нет? Ну скажите, там, хоть по-украински я пойму.
Что такое задрожать стерегущий дом? Сестры, знаете? Нет, не ноги. Стерегущий дом не ноги. Не ноги за нашим домом ухаживают. Руки. Вот придет время, когда задрожат, потеряют силу. Вот одевали, купали, кормили, и потом потеряют. Но не все доживают до этого времени. Здесь у вас в городе есть кладбище, где в основном молодые лежат. Вы же тоже посещаете, знаете. Не дожили до того времени, когда задрожат стерегущий дом. Но когда задрожат стерегущий дом, то пришло время покидать эту земную хижину. Пришло время, подходит время, помнит человек, когда задрожат. Не все доживают. Я помню, когда я пошел в первый класс, те, кто уже прожил побольше, помнят такое, молодежь этого не знает. Чернильницы были такие круглые, туда перышком макали, потому что авторучек не было. Помните, да, такое время? Макали туда, и потом учительница подходила, и я помню, она брала мою руку, как вчера это было. И мы вместе писали наклонные палочки. Я учился писать в тетрадке под наклоном палочки ровненько. Вы думаете, это давно было? Недавно. Что такое 50 лет? Маленький штришок на нашу с тобой надгробную плиту, вся наша жизнь с тобой, на нашу надгробную плиту поместится в маленький штришок. Первую дату ты знаешь, когда тебе уже поставят, и я знаю. Вот последняя от нас сокрыта. Переживали, заботились, служение совершали, что могли, делали, радовались, плакали, все это вместе взятое, маленький штришок на нашей надгробной плите. Все. Дальше написано, смотрите. И согнутся мужи силы. А это о чем? Ноги наши. Вот бегали, прыгали. Сколько энергии, я удивляюсь, когда-то я таким был. А сейчас уже нет. И как жалко тех людей, которые живут в России или в Украине в пятиэтажных домах, пожилых. Они спуститься не могут, они подняться не могут, лифтов нет на пятиэтажках. Ноги не могут уже поднимать. Я помню, нужно было в магазине что-то купить, быстро вернуться домой. Ну как у нас получается? Мы стараемся парковку найти как можно ближе к выходу или к входу. Там попробуй поставь машину там подальше, что ты ближе не мог найти. Я нашел, поставил, выскакиваю с машины, хватаю тачку и в магазин. А тут бабушка американка, она тоже идет закупать. И прямо на проходе, она думает, что идет. Она держится за тачечку и создала трафик. Тут я со скоростью с тачкой тоже. И сзади стою и смотрю на бабушку. Бабушка передвигает ногами еле-еле. А я думаю, бабушка родненькая, шевелись, шевелись. Знаете, на чем я поймал себя? Совсем скоро уже кто-то скажет сзади меня, дед, ты что, не можешь быстрее? Согнутся мужи силы. Не все доживают и не все доживут. Молодежь, слышите? Красота и сила тебе дана на время. Помни, зачем тебе Бог дал силу и красоту. Для какой цели здесь на земле ты живешь? Задали мне загадку, вопрос. Я не смог сначала ответить, теперь задаю другим. Что Бог дает человеку в жизни два раза, а третий раз человек должен делать сам? А? Зубы, точно. Молочные, потом наши настоящие, и если их потеряем, появляются ровненькие, белые, но уже не настоящие. Смотрите, перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось. Видите, как четко описывает жизнь земную этот человек. Он исследование провел и говорит, человек, не забывай, тебе здоровье дано на время. Нам кажется, если мы здоровы, то и все здоровы. Мы сначала, кто-то сказал, отдаем
свое здоровье, чтобы заработать деньги. Много здоровья отдаем, чтобы немного заработать денег, а потом отдаем много денег, чтобы хотя бы немножко здоровья. Ну, давайте мы будем идти дальше. И помрачаться смотрящие в окно. Ну, это глаза наши. Я вот думаю, что произойдет, если жизнь продлится через 15-20 лет вот с нашим собранием. Как будем мы выглядеть через 15-20 лет? Молодежь, знаете, да? Животы появятся, ну, прежде всего. Очки оденете. Замуж повыходите, уже, наверное, детки могут быть даже у некоторых. Как поменяется все. Но нас уже не будет, скорее всего. Не знаю, сколько вы собираетесь жить. Сегодня мы братской спросили, какие новости с миссионерских полей. Я говорю, радостные или печальные? Братья, это радостные. Я говорю, Господь идет. Это самая радостная весть. Дальше, смотрите. И запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, то есть сон уже не будет таким крепким, как, знаете, в молодости. Вставай, сыночек, доченька, 12 часов, уже завтракать пора. И замолкнут черепенье, и высоты им будут страшны, на дороге ужасы, и зацветет миндаль, тех, кто помоложе, до 20 лет. Вот я задаю вам вопрос-загадку, что такое зацветет миндаль? До 20 лет, я спрашиваю. Кто знает, поднимите руку. Только до 20 лет, я спрашиваю. Поднимите руку, кто знает. Молодежь. Подожди, брат Олег. Ну, молодежь, вы не знаете? Ну, говори. Точно. Как тебя звать? Петя, молодец. Молодец. Я вот таким чуть старше был тебя, вдруг у меня появилась первая волосинка, и Люда говорит, давай я у тебя ее вырву. Уже б не дал бы, да. И отяжелеет кузнечик, и рассыпется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы. Слушайте теперь, уже теперь смеяться точно не будем. Доколе не порвалась серебряная цепочка, родственные связи, не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилась колизон от колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Вот когда кувшин перестанет переливать, вот переливал, сколько лет, ну остановись, передохни, сердечко. Ну, на 10 минут можно перерыв сделать? Нельзя. На 5 минут нельзя. Переливает, прокачивает. Я сейчас уже забыл, на какое давление, сколько этих кровеносных этих жилок, этих большое расстояние пробивает. Я забыл уже, у меня было записано, насколько сердечко, вот этот качок выкачивает пол-литра или сколько крови дает, чтобы по нашему всему организму это, я не знаю, я сейчас могу исказить, но сотни метров качает. Но когда остановится сердечко, вот этот момент, вот эту дату нам поставят на надгробную плиту. Вот тогда произойдет разделение, вот то, что Бог вдунул, дух возвратится к Богу, а прах, горсть пыли возвратится в прах. Вот к этому будь готов, человек. Вы знаете, вот к этому готовься. Вот уверенность в спасении, она так необходима перед смертью. Вот это важно очень. Если сейчас у тебя нет уверенности в спасении, не дожидайся, когда будет ли то время, когда ты доживешь до старости. Скорее всего, нет. Жизнь иногда прерывается неожиданно. Не все могут готовиться к переселению. Я помню, год назад мы с Людой возвратились, прервали поездку, нас ожидали в Азии. Брат Тисин, Средняя Азия, они подготовили большую евангелизационную программу, где я должен был участвовать. И мы заканчивали уличные евангелизации, палаточные служения заканчивали в России Центральной. Народу было много, покаяния было много, просто действие было Божье большое.
Я работал там с цыганами. Новая церковь, цыгане, они вообще на улице работают прекрасно. И вдруг неожиданно так получилось, что меня скрыли, не сказали друзья, Люда прошла обследование и стало плохо, но врачи знали, что я осталась жить несколько дней всего. А я собирался ехать, и Люда говорила, давай я тебя подожду в Москве, езжай, съезди на 2 недели в Азию, и уже бы не дождалась бы. Мы прилетели только в Америку, поменяли билеты, и она буквально 3 недели пролежала в больнице. И все. Я не думал, я знаю, что многие церкви в Америке, и в России, и в Украине, многие церкви в Америке молились о том, чтобы было исцеление. И потом мне пришло вразумление, что Бог заберет ее. Она до последнего выглядела очень свеже. Фотографии даже не видно, что болела. Вот настолько свеже было ее лицо. И, в общем, я пришел утром в больницу, чтобы поговорить с ней о том, что готова ли она умереть. Я помолился с ней и говорю, Люда, ты готова умереть? Она, зная, что у меня с сердцем проблема, не говорила о том, о смерти мы не говорили с ней вообще. Она так обрадовалась, что я задал этот вопрос, она так обрадовалась и говорит, я хочу домой. Вы знаете, прошло немного времени совсем, когда мы помолились долго, смотрели друг другу, глаза прощаясь. Потом прошло время, она говорит, за мной пришли. Меня зовут. Сестра моя дежурила тогда в больнице. Она спросила, ты видишь, кто за тобой пришел? Она говорит, вижу. Она говорит, кто за тобой пришел? Она улыбнулась, глаза закрыла, ничего не сказала. Нам иногда хочется заглянуть в потусторонний мир. Вот интересно, Христос, когда приглашал идти за Ним, оставить все, последовать за Ним, Он не призывал, прельщая людей золотыми улицами. Он не рассказал ни одной небесной истории. Он не сказал, ребята, пойдемте за мной, и что-то интересное из ангельского мира. Он говорит, возьми крест твой, иди за мною. Он нисколько не прельщал людей, вот, рассказывая о небесном Иерусалиме, нисколько. Я держал ее за руку, она говорит, что опять пришли, прошло время, опять пришли, зовут меня. Я говорю, если зовут, тебе нужно идти. Уверенность в спасении нужна перед смертью. Важно очень, но ее надо иметь раньше. Ее сейчас нужно иметь. Если мы боимся, если нас что-то страшит, наладьте отношения с Богом. Пока сердечко бьется, пока перекачивает, переливает кувшин. Пока переливает кувшин. Но как будут выглядеть мои похороны, я не знаю. И сколько людей будут на моих похоронах, тоже не знаю. У меня было время, когда я пару лет назад, меня врачи спасали, сердце мое останавливалось. Еще немножко, как сказал хирург, минут 20 бы, и оно остановилось бы. Так получилось, что я не думал, что у меня этот обширный микроинфаркт, и сердце, в общем, начало уже там чернеть, пятно появилось уже. А я все думал, что это пройдет быстро. И вот, когда пришло время на операцию, мне положили, срочно нужно было операцию. Вот уверенность должна быть. Ее Бог дает здесь на земле. Уверенность в спасении. Это очень важно. Я не знаю, я не могу сегодня заглянуть в ваше сердечко и узнать, в каком состоянии вы с Богом, как, насколько близко, насколько хорошие отношения, насколько, вот понимаете, если у нас жених, а мы невеста, насколько мы часто свидания имеем. Не просто молимся такими молитвами, я не знаю, как их назвать, они несут вот того, знаете, вот как жених и невеста испытывают на свидании, то влечение, вот эту любовь, вот не просто из-за какой-то нужды я к Богу обращаюсь, а мне нужен сам Бог,
Мне нужен Иисус, ничего мне не нужно, мне нужен только Иисус. Я к Нему прихожу, потому что с Ним хочу пообщаться. Вот если этого нет, если как-то, ну, вот, в общем-то, угасла любовь, ну, нету того, охладела любовь, то сегодня есть время наладить отношения. Я одним примером закончу, может быть, свою проповедь. Мне он, когда я его услышал, не знаю, может быть, тоже, наверное, уже слышали его, но он меня потряс в свое время. Я на уличных евангелизациях его часто привожу. Люди это понимают. Этот пример понимают люди, он до них как-то больше доходит. 100 лет назад в Атлантике произошла трагедия. Огромный лайнер, тихоокеанский лайнер, он попал в беду ночью, когда льдина разрезала под водой сразу 4 отсека. Айсберг. Там люди уже спали или ложились спать. 12 часов ночи примерно это произошло. И океан под сильным давлением устремился в трюмы, ломая перегородки. Знаете, это ужас, это сейчас трудно описать, что переживали люди, когда там гибли под водой, трюмы были, где были, ну, люди бедного, ну, бедный класс плыл. Наверху побогаче были, богатые вверху плыли. Они ощутили удар, и вот, но там работали еще рестораны, звучала музыка, кто-то, может, ложился спать, но там веселье было наверху, а внизу уже гибли люди в панике, зовя о помощи, гибли люди. Когда капитан, еще была связь, он спросил, что произошло. Ему сказали, что корабль уже не спасти. Он задал вопрос, Смит, капитан, задал вопрос, сколько у нас есть времени? Первые лодки, вы знаете, отходили, они полупустые. Людям казалось, что там, где светло, тепло, они не верили, что в темноту уходили лодки, на которых можно было спастись, а люди не решались. Но когда корабль наклонило, началась такая паника, ужас, лодок не хватало. Наш брат-миссионер, эта история рассказывает, он ребенка своего завернул в одеяло, передал в лодку, а сам пытался эту толпу как-то успокоить. Бесполезно было. Потом уже рассказывают, он плавал между теми, кто был в воде, подплывая, спрашивал, пока еще живой был, и молился с теми. Он задавал только один вопрос. Имеете ли вы спасение? Друзья мои, я скажу сегодня, наш земной корабль напоминает Титаник. Вот события последних лет, они просто, вот это вот, цунами, вот эти вот землетрясения, вот стихийные бедствия, они распороли наш корабль земной, он дал крен. Экономика, экология, политика, кризис испытывает. Если сегодня еще в некоторых странах, как в Америке, горят рестораны, казино, ваши бизнесмены привезли меня в ресторан дорогой, ну, я не платил за это, мне просто привезли, ну, хотели покормить бедного миссионера. За 4 часа нужно было как минимум занимать в дорогом ресторане столик. Америка гуляет. Если другие страны заливают слезы, кровь, стихийные бедствия, заливают, слезами заливаются, голодом, люди, нам непонятно, что такое люди, умирающие от недоедания. В Америке это непонятно. Рядом Мексика, я работаю, и вы знаете, вы тоже бывали в тех районах, где люди, ну просто покормить их рисом и фасолью. Наши открывают холодильник, полный холодильник, посмотрят, опять есть нечего, закрывают. Где-то благополучие еще не чувствуется крена этого, где-то уже люди, страны, они просто задыхаются от бедствий. Ну и то, что я хочу сказать в заключении. В Саутгемптон, откуда вышел корабль «Титаник» в Англии, небольшой городок портовый, есть музей, посвященный гибели этого лайнера. И вот если вы попадете в Англию, посетите этот музей. Я там тоже не был, но мне рассказали те, кто посещал. Когда заходишь в этот музей,
Вы знаете, продаются билеты, и на билетах имена тех, кто раньше 100 лет назад заходил на корабль. Вы заходите с билетом, с именем плывущего человека до вас. 4 комнаты в этом музее. В первой комнате, в общем-то, стеллажи, стенды, вещей, которые достали с океана, с этого корабля, люди, которые плыли, ну, самым бедным классом, вот тех, которых стихия накрыла в первую очередь под водой. Там обувь, одежда, какие-то ценности. Иммигранты плыли в новый мир, что одевали, что обували, что ценное везли с тобою. Во втором средний класс, там побогаче одежда и обувь, и ценности побогаче. Ну, третий зал – это зал роскоши. Богатые того времени, они плыли в новую страну. Я не знаю, с какой целью, кто-то, может быть, насовсем, кто-то как экскурсия. Но вот все в роскоши, как жили люди в то время, богатые люди. И последний зал, 4-й, там нету стендов совсем. Полумрак, 2 прожектора освещают 2 огромные плиты. Имена тех, кто в ту роковую ночь погиб и кого удалось спасти. И вот люди, когда заходят в зал, они с билетом и именем ищут свое имя. Знаете, куда сразу подходят? Там, где спасенные. Они в списке спасенных смотрят, есть ли я в списке спасенных. И когда не находят своего имени, второй список в 2 раза больше. Погибло очень много. Они понимают, что во втором списке. Я хочу спросить сегодня, ты уверенность имеешь твердо, что ты спасен? Это важный вопрос. Я на уличных евангелизациях, я в церквах это редко делаю, но я иногда в церквах тоже, как и на уличных евангелизациях, спрашиваю, поднимите руку, кто нуждается в спасении. Вот раньше были хорошие отношения с Богом. Я Библию читал и плакал. А сейчас этого нет. Как-то сухо получается. Я раньше, ну, так хотел этого свидания, я так ждал, я так, ну, любил эти свидания с моим Спасителем. А сейчас этого нет. И кто желает сегодня, чтобы Бог обновление дал? Это не для всех. Это не для всех. Но я хочу знать, есть ли здесь, потому что мы вместе помолимся, есть ли те, кто хочет, чтобы я помолился за, ну вот, то, что Бог подарил вам, возвратил то, что вы раньше имели. Отношения с Богом правильными стали. Поднимите, я хочу видеть, я далеко сильно не вижу, но я увижу вашу поднятую руку. Есть ли те, кто сегодня желает вместе со мной здесь помолиться? Есть. Я рад, что есть. Знаете, когда мы пришли в собрание, я не знаю, удалось вам сегодня утром почитать Библию, соединиться с Богом, получить от Него откровение, хотя уже день воскресный заканчивается. Я не знаю, получилось или нет. И это не так важно. Для меня, как евангелиста, очень важно, какими вы уйдете сейчас этого собрания. Если ты пришел и ушел, и вечером пришел и ушел, и в твоей жизни духовное движение не происходит, ну, жалко мне тебя. Я хочу сегодня вместе с вами помолиться, чтобы Бог зажег, обновлением своим посетил, чтобы праздник в душе. Он верен своему слову. Он говорит, я стою и стучу, если кто услышит мой голос, если кто услышит, я войду, я там праздник совершу. Но кто желает пройти сюда? Кто желает пройти? Давайте мы встанем для молитвы. Кто руку поднял сегодня? Кто еще не поднял, но хочет пройти? И братья-служители церковь за вас помолятся. Мы не играем в собрание. Мы не в собрание играем. У нас есть желание быть готовыми к встрече с Богом. Вот это желание большое.
Я не знаю как. Может быть, мы споем «О Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь». Это общее пение, это молитва общая. Этой молитвой мы закончим наше служение. Вы поете «О Господь, в молитве», брат? Нет? Не знаю. А как вы? Ну, Саша, сыграй тогда «Синее небо». Я помню, мы в Мексике вместе с ним проводили на свалке служения, на свалке людей, люди, которые живут в такой нищете, убогость такая на свалке. Я попросил Сашу, собрались там на свалке, собрание было, и он заиграл эту мелодию. «Синее небо меня так манит». Я сказал людям, этим бедным людям сказал, небо, которое над свалкой, там настолько грязно все, настолько зловоние. Но небо, которое над свалкой, оно вам принадлежит. Друзья мои, сейчас будет мелодия. Мы просто в тишине побудем. Просто подумаем. Бог никогда ни силой к себе не притаскивает. И к Богу никогда не приходят коллективом и семьёю. К Богу приходят по одному. И если есть желание у тебя сегодня пройти и стать на колени пред распятым, обнять ноги учителя, распятого на кресте, чтобы его кровь очистила твою душу. Пройди сегодня для молитвы. Мы послушаем эту мелодию и закончим наше собрание. Не дай обмануть тебя лукавому. Бог в небо тебя записать хочет. Дорога в небо начинается здесь, на земле. Время, когда объятия Христа хочешь, дай возможность обнять тебя Богу. Дорога в небо начинается здесь, на земле. Господь, войди в мою жизнь, обнови ее. Боже, обнови мою жизнь, Господь, чтобы хорошие отношения у меня были с Тобой. Признайся Богу в любви, что ты любишь Его, что ты хочешь больше любить.
Это Твое собрание. Спроси, Господи, Ты ко мне сегодня говорил или ко всем? Боже, Ты ко мне сегодня, Ты меня зовешь сегодня. Задай Богу вопрос. Бог, Ты меня сегодня зовешь. Дай понять это. Господь дорогой, благодарность Тебе, что рука Твоя, она не сократилась, чтобы подымать, когда мы падаем, Господь. Что Твоя кровь, она не потеряла силу, чтобы нас очищать. И тех, кто приходит к Тебе, Ты не прогоняешь прочь. Слава Тебе за это, что в это время стала преизобиловать Твоя благодать. Боже, я благодарю Тебя, что ухо Твое не отяжелело, чтобы слышать наши просьбы и молитвы. Я благодарю Тебя, что Ты готовишь церковь к восхищению, Господь. Ты идешь, Господь, и твои шаги Твои слышны. Милосердный, благодарность Тебе за еще одно собрание, что церковь сегодня может поклоняться Тебе, провозглашать Твою победу, Господь, и пользоваться этой победой. И те, кто сегодня молился, те, кто даже не вышел сегодня, но звал Тебя на помощь, Господь, благослови надеждой и верой, благослови победной жизнью, Господь, чтобы мы были светом в этом мире, чтобы мы отражали, Господь, Твою благодать в этом мире. Отец, сделай больше, чем попросили мы сегодня у Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.